Впереди России всей оказался ивановский активист Андрей Втаниев. Он стал кандидатом в Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Автаниев первым подал заявку на вступление в СВЧ по направлению защиты избирательных прав граждан и развития избирательной системы. Болотная, Сахарова показали, что не так все у нас хорошо. Вернее сказать, даже очень плохо, а именно в избирательной системе. Выборы прошли не вполне, мало кто может назвать, что они прошли честно и открыто. И поэтому там очень много работы по реформированию и эволюционированию этой системы, избирательной системы, и доведению его до цивилизованного, европейского уровня. Свои шансы на членство в Совете Андрей рассматривает трезво. Слишком уж много будет соискателей на это место. Но и попытаться все же стоило. Правда, нашлись у председателя перспективы, а по совместительству второго секретаря горкома КПРФ и недоброжелатели. Очень возмутила позиция бывших партийных руководителей и диванных оппозиционеров, которые сразу же приписали решение перспективы вступить в Совет, написать заявку в Совет по правам человека, приписали, как-то привязали к КПРФ это. Надо понимать, что перспективы и КПРФ – это совершенно разные вещи. И если будет, конечно, обсуждать, я коммунист, если будут какие-то партийные органы обсуждать это решение и скажут, что это не должно быть, конечно, я откажусь, подчинюсь решению партии. Подведение итогов состоится осенью этого года. Из числа соискателей на должность правозащитника будут выбраны по 3 наиболее подходящие кандидатуры по каждому направлению. А уже окончательный выбор предстоит сделать президенту. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.